Всем привет! Ну что, закончили мы очередную крышу. Давайте я вам немножко покажу, что у нас получилось. Значит, крыша, повторюсь, называется Речный фальц. Вот так он выглядит в нашем исполнении. Конечно, есть нюансы, помятости какие-то, но это такой рабочий момент. Все-таки материал – это металл. Именно на этой крыше металл использовался концерна CSIB, Green Code, Pural Mat. Марка ФАП. Здесь сделана разуклонка, чтобы вода быстрее уходила. Вот как-то так вот вышло. Вокруг пройдемся. Посмотрите, что у нас получилось. Конечно, есть мелкие ошибки в виде замятин небольших на картин. Но будем стараться, будем исправляться, выпрямлять свои руки. Но это если очень сильно приглядываться. Ушло 2 месяца на этот объект. Это мы вышли, построили леса, потом переделали весь карниз за плотниками, потому что были перепады, неровности, пришлось заниматься деревяшкой. Где-то недели, наверное, две. На саму кровлю примерно 1,5 месяца ушло. Здесь сделана временная воронка, так как
с этой крыши, с этого объема, вон в том месте собиралась большая лужа. Поэтому шляпную вот такую воронку прицепили. Временную. И вода по трубе идет в дренаж. Значит, здесь стоит надстенная водосточная система. Получается, что, еще раз, я уже вроде как говорил в прошлой серии, что с этой Яндовы вода уходит в ту воронку, потом в ту сторону идет в эту воронку, с этого угла идет в эту воронку и с этой Яндовы отсюда туда и оттуда вон туда в ту воронку. Вот. Надеюсь, наши заказчики довольны. Здесь в будущем еще будут пристройки. Наверное, квадратов на 200. Если позовут на кровать, значит, их все устроило. Ну, и так я, конечно, сарказм. Шучу. Ну, в принципе, нам наша работа вполне устраивает. Да, кстати, в прошлой серии говорил, что сниму обход, возможно, сниму обход этой трубы, но так я вообще ничего не снимал. Только какие-то фотографии делал и все. Можете зайти в Инстаграм Фальцмастер. Вот. Или на мой Фейсбук. Там есть фотографии. Ну и мини, скажем так, видео, которое я буквально по минуте снимал и выкладывал. Ну их тоже там, может, парочка есть. Точно же не помню. Так что вот так вот, ребята, делайте или пытайтесь сделать красиво, качественно, функционально. Не халтурьте, смотрите у меня. Ладненько, все шуткую я. Всем до скорой встречи. Пока.